Функционально веб-клиент Vinteo схож с отдельным приложением Vinteo Desktop, однако в них существуют и различия. Чтобы зайти в конференцию, вам понадобится ссылка. Ее можно получить у администратора либо модератора конференции. Обычно ее присылают в следующем формате. После того, как вы прошли по ссылке, вы попадете на главный экран веб-клиента Vinteo. Как только клиент загрузится, вы увидите окно с настройками. Обратите внимание, что номер конференции уже автоматически вписан в соответствующее поле. Если же этого не произошло, впишите номер конференции вручную. Эту информацию также можно получить у администратора либо модератора. Если же для вас зарегистрирован на сервере абонент и у вас есть логин и пароль, то поставьте флажок авторизации и введите их. Щелкнув по кнопке «Настройка устройств», можно выбрать камеру, микрофон и динамики. Если ваше изображение появилось на экране, значит камера работает. Для проверки микрофона произнесите несколько слов. Амплитуда индикатора микрофона должна измениться. Это значит, что собеседники будут вас слышать. Кликните по кнопке проверки звука. Если услышите звуковой сигнал, значит динамики также настроены и готовы к работе. Нажмите кнопку вызов. Стоит отметить, что после того, как вы попали в видеоконференцию, на главном экране появилось несколько новых иконок. В правом верхнем углу кнопка, позволяющая скопировать ссылку на текущую конференцию и затем поделиться ей, например, если вы хотите пригласить еще кого-то в текущую конференцию. Чтобы попасть в главное меню, кликните по кнопке рядом. В открывшемся списке можно включить полный экран, в этом случае веб-клиент займет весь рабочий стол, посмотреть статистику и информацию о текущей конференции, включить демонстрацию экрана. В этом случае изображение демонстрации появится в правом нижнем углу клиента, рядом с картинкой с вашей веб-камеры. Отключить демонстрацию можно, кликнув по той же кнопке. Чуть ниже в выпадающем меню можно включить демонстрацию отдельной иллюстрации либо PDF-файла. Таким образом, вы можете поделиться с участниками конференции каким-либо изображением, либо наглядно рассказать о своих тезисах, продемонстрировав текстовый файл. Еще чуть ниже уже знакомые нам настройки устройств, где можно выбрать камеру, звук и динамики. Кнопка «Картинка в картинке» позволит схлопнуть рабочий стол конференции, а также задать ему нужный размер под ваши нужды, а повторное нажатие вернет картинку в прежний вид. Снизу посередине клавиша выхода из конференции, справа кнопка выключения камеры, слева микрофона. По кнопке правее можно отключить трансляцию вашего изображения с веб-камеры на ваш рабочий стол. Будьте внимательны, трансляция с вашей веб-камеры будет по-прежнему активна, поэтому обращайтесь к кнопке «Выключить камеру», если хотите скрыть свое изображение от других участников конференции. Для удобства каждая кнопка имеет всплывающую подсказку, поэтому оставьте мышку наведенной на любую клавишу, и интерфейс сам подскажет свой функционал. Следует также отметить, что веб-клиент Vinteo позволяет очень гибко настраивать общий вид вашего рабочего стола, особенно если кто-то из участников конференции демонстрирует у себя экран рабочего пространства. Кликая по изображениям, вы можете в реальном времени подстроить общий вид для максимально удобной работы. Остановимся подробнее на демонстрации экрана. Веб-клиент Vinteo позволяет демонстрировать весь ваш рабочий стол, отдельное приложение, либо отдельную вкладку в браузере. Подчеркнем, что максимально полный функционал Vinteo веб-клиент реализован под браузер Chrome, поэтому мы рекомендуем использовать именно этот браузер для максимально продуктивной работы. В левом нижнем углу находится иконка чата. Кликнув на нее, откроется боковое меню, где можно отправить текстовое сообщение всем участникам конференции. Чтобы закрыть меню чата, нажмите на крестик на боковой панели.